Мир стремительно меняется. Новые технологии настолько прочно вошли в современную жизнь, что большинство из нас не мыслит своего существования без компьютера, телефона и интернета. Инновации играют огромную роль не только в быту, но и в бизнесе. Чем сильнее предприятие оснащается датчиками и новым оборудованием, тем сложнее контролировать эти системы. С таким количеством данных становится сложнее понимать целостную картину всех операций предприятия и оперативно реагировать на экстренные ситуации. Управление и поиск эффективных решений строится с использованием устаревшего метода обычных табличных отчетов. Тяжело сходу ориентироваться во множестве строчек и столбцов отчетов. Огромные массивы данных неудобно сопоставлять между собой. Для решения подобных задач существуют особые цифровые карты управления предприятием. Карты, которые встраиваются в 1С-систему, в которых ведется учет имущества предприятия и интегрируется с Росреестром, системами управления оборудованием и мониторинга транспорта. Использование беспилотной авиации позволяет строить самые точные карты имущества. Чтобы выяснить расположение объектов или получить необходимые сведения, теперь не нужно отвлекать от работы сотрудников. Любой специалист с нужным уровнем доступа может зайти и посмотреть все, что его интересует. А различные службы предприятия гораздо быстрее и эффективнее взаимодействуют друг с другом. Хотите узнать, как цифровые карты улучшат управление предприятием? Мы готовы преобразовать ваш сложный табличный отчет в простую и полезную аналитическую карту. Подробная информация по ссылке в описании.